Они бьют спортивные рекорды, даже если никогда не занимались спортом. Они покоряют всех своим обаянием и интеллектом, даже если иногда и прогуливают пары. Они бьются за честь вуза. И только одна пара из четырех будет носить звание «Отличные студенты 2018». Телепроект национального телевидения Чувашии подходит к завершению. Не хотите разделить со мной досуг? Это займет совсем немного времени. Почти все свободное время этих 8 студентов уходило не на домашку и гулянки, а на съемки в телепроекте и подготовку к конкурсам. В принципе, мы идем уверенно. Это самое... побеждать. Да, все будет хорошо. Главное в это верить. За 5 недель участники примерили на себя страховку в веревочном парке, стильные образы, которые подобрали сами, опробовали батуты и водичку в бассейне, были экскурсоводами и журналистами. При этом в каждом конкурсе они зарабатывали баллы для своей команды. Мы команда. К психологической проверке никто точно не был готов. Пары разделили, и студенты в одиночку уговаривали Раджу отдать им драгоценный алмаз. Чтобы добиться цели, в ход шло обаяние, фантазия и даже сила. Он откололся. Зато 5 баллов. Все ради 5 баллов. На победу любой ценой. Конкурсы стали испытанием не только для участников, но и для съемочной группы. Во время опроса на улице студенты за 5 минут собирали приветы у прохожих, а телеоператор занимался беспрерывным бегом с утяжелением все 20 минут. Вы бежите там, нет? Передайте, пожалуйста, привет студентам. Привет студентам. Спасибо большое. Они все отличные. Дима и Света из Академии народного хозяйства и госслужбы частенько лидировали в спортивных состязаниях. Студенты ЧГУ Дима и Катя оказались интеллектуально подкованными и организованными. Леша и Маша из сельхозакадемии покорили своей добротой и воспитанностью. А будущие педагоги Люба и Рома поистине творческие личности. Кстати, именно творческие номера готовили все участники на финал телепроекта. Все прям накаляется. Мы идем на равных почти с Чифранхикс, и будет интересно узнать результат. Вот все решит сегодняшний день, сегодняшний конкурс и интеллектуальный. Финал не обошелся без неожиданных поворотов и почти сорванных номеров. Команда какого вуза добилась звания «Отличные студенты 2018» во вторник, 22 мая в 20:30. Смотрите заключительную серию молодежного телепроекта «Отличные студенты». Ирина Волкова, Александр Петров, Игорь Зверев, Андрей Спиридонов. Республика.